Добрым утром, дамы и господа. С вами Шок 25. Мы продолжаем проходить игру Чернобыль 2. Погоня. Сегодня у нас будет третий уровень. Разбор карты деревня. Ты приехал в деревню, где когда-то был спрятан прибор для путешествия во времени. Обнаружив его, ты двинулся дальше. Я так понимаю, мы, по сути дела, типа у нашей тачки кончается бензин, мы бросаем ее и обворовываем другую тачку. Ну, не знаю, покупаем ее и улучшаем полностью. Собственно, шины, колеса, пулемет, нитро и все такое. Денег у нас хватает навалом после стольких перепрохождений. На одну тачку вперед даже хватит. Ну что же, мы прокачали тачку. Собственно... Так, у нас предыдущие две миссии я выполнил. Одну на 3 звезды, одну на 2 звезды. Ну... Это, скорее всего, на 2 звезды тоже могу выполнить. Ну, поехали, в общем. Музыкальное сопровождение звуковое тут, да. Прикольненькое такое. Плакаты вон. Теперь мы в деревне какой-то. Блин, тачка черная. Ну, поехали опять по 3-му и 4-му разу. Вот здесь типа отпускаем кнопочку, чтобы машина сама скатилась в целях экономии бензина. Включаем нитро, перепрыгиваем через мину. Опять мины. Ну, поехали опять по 5-му разу. Аккуратнее с нитро. Вот здесь типа отпускаем кнопочку, пускай машина скатится сама. Бензин типа экономим на спусках. На спусках. Вот здесь вот на подъемах нам нужен бензин. И вот кнопочку отпускаем здесь. И снова поднимаемся. Включаем нитро. Перепрыгиваем через нитро, через мину эту самую. Кстати, аккуратнее, не переборщите. Кнопочку отпускаем. Включаем нитро. Чуть не попался. Снова нитро. Аккуратнее, вам нитро еще понадобится. Отпускаем кнопочку, экономим бензин. Пускай машина сейчас скатится сама. Пулемет у меня кончился. Сейчас будем пользоваться еще и одним нитро. Во! Так, у меня бензин кончился, я включаю долбанное нитро. И... Блин. Бредово. Так, по 10-му разу будем перепроходить эту долбанную миссию. Расстреливать всяких зомбаков. Нам чуть-чуть топлива буквально не хватает. Чуть-чуть. Мало того, что пулемет тут тоже не резиновый. Патроны кончаются.
Так, в целях экономии топлива отпускаем кнопочку. И здесь кнопочку отпускаем, пускай зомбаки сами на нас двигаются. О, чуть не попался я на мине. Так, экономим топливо. Включаем реактиву. Аккуратнее, не переборщить. Тихо. Кнопочку не... Мы спускаемся вот так вот просто. Уничтожили парашютиста. Включаем нитро, перепрыгиваем через яму. Аккуратнее. Нам нитро еще понадобится. И нам хватило нитро. Мы дошли до финала. Я поздравляю, на 2 звезды прошли мы. С вами был Шоу 25.